Добрый день, дорогие телезрители. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу с директором колледжа железнодорожного транспорта Виктором Ивановичем Дедановым. И как бы хотелось бы начать с того, что вы считаетесь как бы самым спортивным учебным заведением, у вас очень приличная база. Ну, однако последние результаты наших спортсменов Украины на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро оставляет желать лучшего. Вот. И хотелось бы первый вопрос спросить, как вам удается иметь одну из лучших баз учебных заведений в Николаеве? Ведь мы знаем, как и журналисты много раз проводили у вас Кубок Приходько в финальном зале. У вас есть прекрасная база для футболистов, искусственный кусочек. Помимо того, что у вас еще полигон много занимает и очень много учащихся, и вы считаетесь одним из лидеров. И прекрасно у вас педагогический коллектив, который кафедру возглавляет чемпион Владимир Николаевич Рец. Да, один из лучших легкоатлетов Николаевщины. Да. Потом вы очень много внимания уделяете волейболу. Сколько вы провели турниров кубок Леонида Лизунова. Да. Вот. Очень прекрасно у вас футболисты и выпускники, и федерации работают. Ну, а также множество секций и кружков. Виктор Иванович, как вам удается, что вы за время вашего, как вы улучшили или что нового в спортивной базе вашего колледжа? Ну, наверное, Владимир Ильич, давайте я буду вас называть Володя. Вы не будете возражать? Да, мы с вами много знакомы. Более 40 лет уже знаем. Да, много лет знакомы. Наверное, вы знаете, все все-таки связано с нашей профессией. Ведь дело в том, что мы, когда берем к себе в колледж детей, то это обязательный полный настоящий медицинский осмотр. В колледже у нас могут учиться только дети, которые крепко здоровы. Поэтому к нам не все могут попасть, те, которые хотят поступать к нам. И вот с этим связано все. Ну и, наверное, от того, что, в первую очередь, что руководитель учебного заведения, мастер спорта Советского Союза по легкой атлетике. Да, я здесь немножечко вас перебью, потому что как бы о себе вы говорите, но когда я увидел первый раз вас в 70-х годах на республиканском стадионе, вместе с Николаем Авиловым и другими членами сборной команды Украины. Да. Я еще своим знакомым журналистам говорю, вот цвет нации, посмотрите, какие мужчины все под 2 метра, это цвет нашей нации. Ну, а в дальнейшем мы знаем, кем стали олимпийскими чемпионами и призерами ваши друзья по сборной. То есть десятиборье, это же... Ну, рыцари и королевы. Да, это же настолько нужно быть всесторонне развитым спортсменом. Откуда это у вас, или как вы попали в десятиборье? Вот тоже расскажите, пожалуйста. Вы знаете, в нашей жизни очень много делают случаи. Я даже никогда не думал, что я буду спортсменом. Я очень серьезно увлекался музыкой. Вот, я серьезно играл на баяне. Вот, и был членом фестивалей там определенных, серьезные вещи. А потом, когда поступил в железнодорожный техникум, у меня был тут друг такой, Валентин Александрович Шпеньков сейчас, вот, и он начал заниматься легкой атлетикой. И для подтанцовки взял меня с собой. Ну и, конечно, и то это вот закончилось тем, что стал и спортсменом, вот, и работая на БАМе, у меня была самая спортивная бригада на БАМе. Вот. А вы на БАМ попали по зову сердца? Я закончил техникум. А, вы после техникума? Я закончил техникум, и потом, когда отслужил в Киевском «Динамо» 4 года. Да, вот подробнее немножко вот о Киевском «Динамо». Я знаю, что именно в Киевском «Динамо» вы были членом и «Локомотива» сборной, Нет, нет, не «Локомотива», «Динамо». «Динамо», да? «Динамо». Ну, «Локомотив» потом... я потом уже, когда уехал на БАМ. А, вы... Да, там, я читал очень много, самая спортивная бригада была Вот. Комсомольская молодежная бригада. Вот. И там, в Киев я попал, был такой... великий спортсмен, я считаю, легкоатлет Михаил Михайлович Сороженко. Вот, он был в 1900...
1969 году признан лучшим спортсменом мира по легкой атлетике в десятиборье. А я как раз в это время занимался, а он закончил спорт и начал подыскивать себе молодежь. И вот в Николаеве он нашел меня. И я переехал к нему. А тогда Киевская «Динамо» – это было не только футбол, это сегодня футбол. А тогда Киевская «Динамо» – это была мощная легкая атлетика. Это был мощный теннис, это было мощное водное поло. Баркалов, очень, да, Баркалов такие, да, помню, да, были, конечно, знания. Конечно. Мощнейший футбол. Так и у нас была же команда на 61-м, конечно, заводе. Да, очень мощная по водному полу, да. И играли на воде. Да, на воде прямо. Да, и да. И у вот, нас в Яхт-клубе, в ДСШ, везде были дорожки, да, везде были вышки, в «Динамо», в ДСШ. Прыжки в воду. Шикарные были у нас, гимнастика была шикарная, вот, художественная гимнастика, да. Баскетбол. Ну, баскетбол. Мы еще помним в клубе «Спартак» Николас. Хоккей «Динамо» Киев. Хоккей «Динамо» Киев начался, когда приехал Богинов и вот это все была фирма «Динамо» Киев. И вот эта фирма, она делала и легкоатлетов. Это сегодня нынешняя молодежь думает, что футбол – это «Динамо» Киев. Футбол – это был маленький. И далеко не самый именитый. Ну, рядом с вашим заведением тоже были великие «Динамовцы». Великие, конечно. Как не вспомнить боксеров. И у вас же начинал и «Запорожец», там, зал. И там, и в Якубе, в США, да. Да. Великие люди, Григорьев. Ну, у меня вообще с ним, с Витей Запорожным, у меня вообще прекрасные отношения. Мы вообще с ним в одной школе учились 28 лет. Да, вот, поэтому вот так вот получилось, что я оказался в спорте. Но затем я, когда закончил спорт, я первый институт закончил физкультурный. Вот ты работал с вашим тренером, работал. Валерий Петрович Веретенников. Да, с Леонидом Петровичем Веретенником. Капитан судостроителя. В спортивном клубе судостроителя, заместителем председателя. Поэтому меня все помнят, знают. И я всех спортсменов, в принципе, и с большим удовольствием встречаюсь с любыми видами спорта. И всех их хорошо знаю. Вот так вот примерно все стало. Но потом, как-то вы знаете, я когда закончил спорт, приехал из Германии. Я 5 лет выступал за группу советских войск Германии в десятиборье, когда закончил здесь. Вот, это там дорабатывал уже, так сказать, спорт в Германии. Я когда приехал, ну, как-то так я понял, что все-таки спорт – это хорошо, но по моим жилам текла не спортивная. Тогда был директором кто? Вас пригласил в техникум кто? Тогда был директором Алексей Артемович Сокур. Угу. Да. А потом после него стал Александр Иванович Нарыжный, которого все знали. Друг, это друг, он спорту очень много уделял внимания, и вот с него началось очень много. С него началось. Ведь техникум старый был, это старое здание, которому сегодня уже 120 с лишним лет. Да, старое здание. Вот это было. Вот. А затем потихонечку построили новый корпус. В новом корпусе зал 36/18. Потом потихонечку сделали футбольное поле. Сначала там было, вы помните, асфальтное, вы как футболист. Да, мы там многое стерли. Потом был такой, помните, был такой, вот уже в последние времена, Александр Иванович Кузьмук. Да. Министр обороны. Да. Вот. И министр обороны Александр Кузьмук помог нам сделать вот это футбольное поле. Это уже когда я был директором, искусственное футбольное поле. Выручает особенно земля. Да, вот. А затем мы забрали себе дом культуры. Да, жил дом. Железнодорожников бывший, это же наш. Да. И там тоже был второй спортивный зал. И в связи с тем, что у нас появилась дом культуры, мы в новом корпусе техникума сделали из актового зала еще один спортивный зал. Да, база. И точно такой же у нас футбольная база, у нас были футбольные поля в Рыбаковке, у нас там все были в этом. Да, конечно. Вот. Поэтому вот так вот все. Ну и, конечно, играла роль то, что и мне это нравилось. Ну вот смотрите, в нашем учебном заведении сегодня работает 3 мастера спорта Советского Союза. Да, это Рец. Рец. Владимир Николаевич. Рекордсмен Николаевичин, он же спринтер у вас. Да. И руководитель фирмы. Ну, он, кроме всего, известен и тем, что он вместе с Борзовым бегал на спартакиаде в одной эстафете. Да. Валерий Борзов. Я у Валерия Филипповича брал интервью, он же на 100-200 метров. Николай, есть такой Рец. Так вот, когда мы знали Валеру Борзова, когда он жил в Каховке,
А тогда, вы помните, были такие матчевые встречи. Николаев, Херсон, там, Львов, Николаев по легкой атлетике. Так вот, Борзов приезжал к нам за Каховку, за Херсон, а Каховка это была районный центр, районный а там центр, база, да. Да. Отличная и, база. И Владимир Николаевич Ширс его обыгрывал здесь, как мы говорили, на одной ноге. Вот. И может быть ему и неприятно вспоминать, но Валерий Филиппович приезжал как-то здесь на стадионе, давал интервью. Вот, и говорил, что да, я сам со Стры, но подготовила, в принципе, меня новая Каховка. Там была база, летняя база нашей сборной, там и лучники, особенно легкоатлетики, потому что там и опилочные поля, и дорожки, и все. Вот. А нас потом, вы знаете, кстати, с Валерием Борзовым свела судьба. Дело в том, что когда в 72-м году была подготовка к Олимпийским играм, где Валера стал дважды олимпийским чемпионом на 100 и на 200, да, вот, то тогда он был в киевском «Динамо». И мы с ним жили, с Валерой, в одной комнате. У нас было в одной комнате, мы жили, там 6 человек в общежитии киевского «Динамо». Вот. И Валера к нам пришел, закончил институт у Петровского тренера, и пришел к нам, и мы с ним парили рядом на кроватях. С Валерой Борзовым. Такая вот, судьба. Да, вот такие вот. Но потом Валера, вы знаете Валерину историю. Вот он стал и олимпийским чемпионом, и председателем федерации. Ну, кроме того, у него еще и жена, олимпийская чемпионка из Ростова, Людмила Турищева. Альбина. Альбина. Нет, Турищева это. А, Люда. Людмила Турищева, это его жена. Люда. А вот то, уже динамовцы Блохин, да, там это уже отдельная история. Вот у жена, Блохина, да, у Олега, да, Альбина. У Олега Блохина, да. Да. Мы знаем. Тоже интересная была с Олегом история, потому что они же, Олег уехал на Олимпийские игры в Мюнхен. Там наши были третьими на олимпийских футболистах. Но если я не ошибаюсь, они были в Монреале третьими в 76-м году. Футболисты. Третьими, Слабановским. Да, Слабановским. Третье место это... Не Слабановским. По-моему, с этим, с Толей Бышевцем. Ну, нет, они стали олимпийскими чемпионами в Сеуле в 88-м году. В 88-м? Да, ну там Блохин, по-моему, не играл. Нет, а вот, он да? В Мюнхене, когда да. Наши поехали на футбол, он поехал в составе сборной. И он уехал кандидатом в мастера спорта, а приехал мастером спорта между... Они там что-то были, ну, да, то ли в четвертьфинале, то я там уже не помню тонкостей. Вот. Ну, вот это, вот, понимаете, ну, вот эта жизнь спорта, прошла, да. Вот, понимаете. Среди великих спортсменов. Вы понимаете, что значит, ну, вы как спортивный человек можете понять, что вот мы тренировались вместе все на стадионе «Динамо». Футболисты на футбольном поле, ватерполисты в бассейне, легкоатлеты вокруг футболистов. Вот, и очень частенько мы играли с ними. Но я помню все время в детской школе, когда я еще подавал мячи Веретенникову, угу. Вот своему тренеру, будущему еще Садовой, потом уже на новом стадионе, и он заканчивал уже в 66-м году. И я помню, у вас еще были жалобы на футболистов. Значит, прыгают высотники. И всегда, когда идет тренировка, а не всегда удавалось тренироваться на запасном поле, там оно было гарево. Вот, тренировался основной состав на зеленом поле. И вот как только набирать высоту, там, или, я говорю, ну сколько лет уже прошло, а проблема та же самая осталась. Но как можно мешать, вот допустим, сейчас? Ну, уже на всех стадионах, извините за выражение, уже все поняли, что за воротами нужно поставить 7-метровую или 8-метровую сетку. Неужели здесь, я думаю, к нам... прислушаются и пойдут навстречу. Потому что сколько не бегала Бабакова, сколько не бегала Степина. Да. Когда футболисты. Ну, мы иногда меняли направление ударов там на тренировке. Но все равно, я думаю, что мы к этому уже пришли. И на ваш взгляд, почему все-таки мы каждую Олимпиаду, Виктор Иванович, ждали от николаевцев? Вот смотрите, с времен участия запорожца, Виктора Константина, 68-й году, Мехико, да. Потом Машкин, потом Кавганка, потом это боксеры только. Но Славили Николаев, и конники, первый олимпийский чемпион в 80-м году, участвовал еще в 56-м году у нас гребцы, и потом все-таки такая цвет нации, у нас много было репортажей о тоже цвет нации, это академическая гребля на байдарках. Вы знаете, сейчас я хожу
каждый день на Оляудах есть родник там. Ну и наблюдаю возле грибной школы как раз, а чуть далее там 100 метров и школа академической гребли. Много интервью и Раевская, и Бессонова, и Колесникова. Очень Раевская как раз цвет, работала у нас в этом, в спортклубе, да. Когда я с Валентином Петровичем работал, она у нас была, она была заслуженная. Сколько тренера, людей таких красивых, действительно цвет нации, как говорится, а становится все хуже, так внешний вид, я смотрю, лодки не всегда покупают такие, как надо. Как-то была матчевая встреча Тирасполь-Николаев, то говорит, ну ладно, ребята, мы вам дадим свои лодки и давайте хоть покажем результат. Херсон, Николаев, Тирасполь, да, Приднестровье. Ну, мы видели, что делается в Тирасполе, потому что работая уже 25 лет в футбольном клубе, я видел, что там за комплекс «Шериф», это, конечно, европейский класс, 5 полей вокруг. Виктор Иванович, собственно, когда открывали стадион в 65-м году, у нас команда ЦСКА играла, потом чемпион Советского Союза Динамо Тбилиси на нашем стадионе, и задумался очень умно, ну, в принципе, говорили, что это Южные Лужники, там одно ядро в центре, центральный стадион, а все 5 вокруг, но сейчас мы видим, что только усилиями каких-то лиц, а именно там Валеев, Поэтин, Кибзун, сделали искусственное поле, заменили натуральным, потому что на гаревом поле много травм было и так далее. Но оно выручало, сейчас выручат, но а территория остальная-то заброшена. Это поле, которое хотели построить возле легкоатлетического манежа. А в принципе манежа. Оно-то где-то менее похоже на Лужники. Да, на да, этот, на круг, да. А в центре ядро. Ну, сейчас такие технологии, что это сейчас, ну, сейчас нужны, как говорится, большие средства. Вот. Вам не больно за легкую атлетику, что только вот здесь, вот стадион Парке Победы. Так один матч провели там и нет. Стадион на Тимводе исчез, и много стадионов, и как-то у нас сейчас, ну, можно понять, и сейчас сложное время, но в других городах легкой атлетики уделяется очень много внимания. Радует то, что, может быть, сегодня, если бы не фехтование, так в Парке Победы бы и не строили. Хорошо сейчас с приходом нового. И то, как тяжело, да? Тяжело. При идет. Наличии у нас Харлан, да, ну, фамилии да. Мировой. Да, да, Харлан – это олимпийская чемпионка, и чемпионка мира, и многократная призерка. И, видимо, человек мужественный. Видимо, приход нового губернатора Савченко, он уже заинтересовался и сказал, что к концу ноября будет сдан. Все. Что бы вам хотелось вот, для легкой атлетики? У нас манеж, как вы считаете, манеж на каком уровне сейчас? Он выручает? Я вам что скажу. Этот манеж с Володей Титаренко и с Валентином Петровичем мы начинали строить. Привозили его в эти ангары, которые должны были на заводе. И потом Юрий Иванович Макаров, царство ему небесное. Да, вот это все сидели и решали, куда я деть. Там не знали, куда деть. И потом мы такие решили, и Юрий Иванович дал добро, и делали там вот это. Это было, когда Валентин Петрович был председателем, я был заместителем. А Володя Титаренко был заведующим, директором всех этих... Ну, он мозговой центр, конечно. Инженер. Он, конечно. Да, ну, он да. Же... Ну, во-первых, он, понимаете, ну, он просто... Мужик, вот, который создаются для дела. Вот есть мужики, которые создаются для того, чтобы дело загубить, а есть которые для того, чтобы дело делать. Вот такой вот Володя Титаренко. Да, помимо ФОКа, конечно, вы знаете, да. Последняя информация, вот я недавно, меня попросил директор клуба снять освещение турецкого фонтана в клубе. Да, он много лет не работал. И он мне сказал, Игорь Чеботарев, он говорит, ты знаешь, кто мне помог? Старые чертежи нашел Титаренко, Владимир Васильевич, да. И нашли тот источник на стадионе, там, когда строили котельную для стадиона, то там был источник этого турецкого фонтана. Нашли источники, проложили трубу, и сейчас в этом вехклубе возродили через 50 лет стадиону, 51 год уже, так возродили турецкий фонтан. Красота. У нас это видео, мы в дальнейшем покажем. И к этому фонтану, Володя, имеет отношение легкая атлетика?
Вот это вот для меня... Мурген, который сегодня вот это делает, это же он тренировался у Виктора Макаровича Добровольского, тренера нашего, заслуженного тренера Украины. И вот, вот Мурген как раз и все это делает, и он там тоже поучаствовал в этом деле. Очень приятно. А вот все-таки я бы хотел вам, Володя, ответить на тот вопрос, почему так происходит со спортом. Сегодня. По крайней мере, свое видение, потому что я какое-то имею отношение к спорту, имел. Ну, вот я вам сейчас приведу очень конкретный пример, и вы его очень конкретно хорошо знаете. Спортивный клуб «Судостроитель». 9 спортивных школ. Футбольная, легкая атлетика, парусная. Гребцы, штангисты, велосипедисты. Обязательно. 9 спортивных школ. Сколько сегодня в Николаеве спортивных школ? Ну, если посчитать по номерам, 5. Пусть будет 5. А то было в одном. В одном клубе, в одном клубе. Судостроитель был в Европе. Вы представляете, что такое? В каждой школе у нас было примерно до 500-600 человек. 500 умножьте на 9, 5000 народу только в одной спортивной организации. Меньше, но тоже мощная была 61-го завода организация. Я спокойным Олега Чергой, который там был. Да, да, да. Еще Худояж, Пал Иванович. Пал Иванович, да, 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 Пал Иванович. Нашего... Личность была какая. Да. Завод ЮТЗ. Женя там был председателем. Забыл фамилию. Да, наши фамилии. Вот. И таких Мавра было... Мавра Кордата. Да. А Юра Мавра Кордата, да, это да, ж да. Это ж вообще легенда. Заря Мощный тоже. Очень. Понимаете? И так далее. И вот теперь, что мы сегодня имеем? Ну, если не разворачивать в ракурс политических, да. Не стало 61-м, океана, ничего. ЧСЗ. Не будем брать по водопою. Да. Трансформатор, смазочный и так далее. Полуживые вот эти горановские школы. Вот отсюда надо все. Так идти. Это же еще деньги бюджетные были. Детей всех одевали, кормили, бюджетные, да, в большей степени. Я помню, бюджетные. Валентин Петрович говорит, если мы до декабря не выберем денежки, куда-то на турнир не съездим, нам на следующий год урежут. То есть было, я помню, прекрасно финал кожаного мяча в 73-м году, когда приезжал Николай Николаевич Озеров. Да, да, да. Он да. успевал и комментировать... матчи и бегать еще на теннисные корты, потому что у Николая Николаевича играл сын еще в теннис. Да. И вот сидя в автобусе, еще вот наши, мои, как сказать, руководители тогда телевидения, вот, и Завизион, и Корнеев, и Ефимов, ну, это и же, Трегубов. Это история, да, Женя Трегубов. Он заслуженный артист, он это, но он... Говорит, настолько подкован был во всех. И говорит, Николаев, это какой центр, какой центр. И там теннисный корт, и здесь кожаный мяч, и массовость, массовость и массовость. Сейчас, конечно, тяжело. Но как вам удается, Виктор Иванович, в нынешнее время, тоже как-то, чем, у вас же бюджетников какой процент? У вас же... У нас бюджетников, ну, сегодня даже процентов 90. Угу. 90%. И у вас же не очень просто, учитывая такую базу сейчас, современные технологии, у вас очень хороший класс, у вас полигон на улице, да, да, классы, все, компьютеризация, дети практически, и хотелось бы сказать, у нас очень мало остается времени, да, да. Несмотря на занятость детей, вот это сидят в интернете и в классах, да. Спорт, вы считаете, все-таки двигатель? Ну, то здоровье. То здоровье. Понимаете? А здоровый человек, в нем все здорово. И дух, и все. Понимаете, тем это. Да. Поэтому я благодарен вашей передаче, что вы пригласили меня к Дню железнодорожника, 4 числа День железнодорожника у нас. Мы хотели это в конце сказать, что, да, Виктор Иванович, мы вас поздравляем. Приглашайте команду журналистов футбола. Мы с удовольствием сыграем 4 числа. С вашей командой преподавателей. Желаю вам здоровья и процветания вашему колледжу железнодорожного транспорта, а сейчас он филиал Відокрилим на ВУЗ Дніпропетровського національного залізничного університету.
Дорогие друзья, у нас в гостях был Виктор Иванович Деданов, директор колледжа железнодорожного транспорта. Да. Вам спасибо тоже.